Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Возьмите свою банковскую карту и посмотрите прямо сейчас на последнюю цифру. Именно эта цифра укажет путь к вашему богатству. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Нумерологи считают, что последняя цифра в номере банковской карточки является особенно важной. Она способна подарить удачу или помочь в достижении успеха в определенной сфере. Финансы обожают личности, которые знают, чем заняться и куда идти. И если к вам попала карточка с определенной цифрой, это не случайно. Звезды направляют вас на вашу дорогу, которая приведет к вашему богатству. И если правильно воспользоваться данной информацией, то будьте уверены, что вы откроете для себя путь богатства. Итак, прямо сейчас возьмите свою банковскую карточку, и неважно, какая она у вас идет, кредитная или нет, и посмотрите на последнюю цифру. Именно она все вам и расскажет. Итак, если у вас единица, это означает, что лучше всего работать вам в коллективе. Одному можно также добиться огромных высот, но вот совместно возможно достичь намного больше. Не нужно пренебрегать окружающими. Лучше всего не только помогать коллегам, но и также просить у них помощи. Ведь благодаря единице можно наладить обмен энергией, который поспособствует достижению больших целей. И если вам требуется помощь, обратитесь к своим знакомым или родным, и помощь вам будет обеспечена. Не отказывайтесь от этой помощи. Также вы должны помнить, что вы лидер своей судьбы, и только вы можете сами направить себя на путь богатства. Просто слушайте подсказки Вселенной, и вы обязательно увидите возможности. Если у вас цифра 2, это символизирует самостоятельность. Оно противопоставляется как раз числу 1. Если последняя цифра банковской карты 2, то работой и бизнесом нужно заниматься вам в одиночестве. При покупках также стоит учитывать только личный опыт и интуицию. Благодаря двойке усиливается шестое чувство. Очень внимательно следите за своей интуицией, она вам подскажет именно ваш путь к богатству. Это помогает чувствовать себя целеустремленной и свободной личностью. И если вы будете прислушиваться почаще к себе, то вы всегда будете находить правильные решения, чтобы достичь финансовой стабильности. Если у вас цифра 3, цифра связана с духовным развитием. Всем, у кого последнее число банковской карточки тройка, нужно стремиться всегда к новым знаниям. Она улучшает восприятие и наделяет внутренними резервами для достижения больших целей. Тройка – это число удачи, которое повышает возможности получения денежных средств. С нею легко решаются даже самые трудные ситуации. Самое главное – это сохранять спокойствие и всегда прислушиваться к новой информации. Не бойтесь, если вы сразу не понимаете. Со временем вы потом увидите и поймете, что новая информация как раз и дает вам те возможности, чтобы достичь больших успехов именно в финансах. Если у вас цифра 4, это означает целостность и гармонию. Четверка обладает спокойной энергетикой. Если она выпадает в номере банковской карты последней, то финансовая жизнь устремится к равновесию. Человек будет всегда оказываться в нужном месте в необходимое время. Цифра 4 уменьшает уровень беспокойства и раздражительности. С нею любая деятельность становится позитивной. Если вдруг вам ваша работа не нравится или ваш бизнес, не бойтесь менять, но делайте все ровно и спокойно. При решении финансовых вопросов всегда старайтесь сохранять спокойствие, и тогда вы всегда для себя будете выбирать правильный путь к богатству. Если у вас пятерка, это символизирует твердость и уверенность. Под покровительством пятерки можно заключить успешные сделки и приходить к обоюдному решению. В области финансов стоит проявлять инициативу, только так можно добиться побед и достижений. С другой стороны, цифра 5 призывает менять обстановку и отдыхать. С нею легко расставлять свои цели и приоритеты.
Если пятерка находится на вашей карте, не бойтесь перемен в своей жизни, так как перемены, они способны вас привести именно к вашей стабильности. Если в вашей жизни что-то меняется, не пытайтесь остановить процессы, а наоборот, меняйте свое мироздание. Тогда вы будете финансово обеспечены. Если у вас цифра 6, это является талисманом для людей творческих. С числом 6 можно много и успешно творить. Оно помогает достигать всего нового и покидать привычные рамки. Энергетические потоки будут в гармонии с людьми, чья банковская карточка заканчивается на шестерку. Не бойтесь творить и не бойтесь новых начинаний. Именно шестерка будет вас направлять и давать вам дополнительные ресурсы, чтобы вы могли достичь больших успехов. Если у вас идет семерка, это самый мощный финансовый талисман из всех цифр. Вы счастливчик. У кого семерка стоит последней в номере карточки, тем удача гарантирована во всем. Но специально рисковать также не стоит. Будьте внимательны, когда вы даете в долг. Но специально рисковать и также не стоит. Будьте все равно осторожны, так как удача – капризная штука. Но вот с этой цифры можно делать крупные покупки и не бояться обмана. Можно также спокойно оформлять кредиты и давать взаймы. Ведь вы сможете легко управлять своими финансами. Деньги легко и просто к вам поступают. Если у вас восьмерка. Число также относится к одному из самых материальных. Оно символизирует богатство. Благодаря восьмерке очень легко копить деньги и вкладывать их в бизнес. И даже если вы никогда не думали о бизнесе или вложении денег, задумайтесь, восьмерка вам в этом поможет. Она провоцирует стремление к новым знаниям и навыкам. С цифрой 8 улучшается память и можно легко приспособиться к новой сфере деятельности. А также цифра 8 открывает очень много дверей перед вами. И если вы ухватитесь хотя бы за одну возможность, то деньги польются к вам рекой. Цифра 9. Благодаря этой цифре человек становится уверенным в себе и целеустремленным. Она оказывает помощь в принятии верных решений и находит выход из самых сложных ситуаций. Девятка легко решает проблемы в области финансов. Если в своей жизни вы сталкивались с трудными ситуациями в финансовых вопросах, то мысленно обращайтесь к Вселенной, ведь благодаря этой связи вы всегда будете находить решение даже самых сложных вопросов и вы всегда будете находить финансы. Ну а если в банковской карте последняя цифра 0, то это значит, что человека ждет стабильная финансовая жизнь. У вас легко будут получаться финансовые вопросы и решение самых сложных задач. И вы очень легко и просто будете получать финансовые возможности. Посмотрите на свою банковскую карточку и посмотрите на последнюю цифру. Если внимательно относиться к знакам, которые дает вам Вселенная, то будьте уверены, что вы обязательно откроете для себя путь к богатству.